відбули засідання чергової 13-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання, на якій розглядалось 22 проекти рішень, а також звернення та пропозиції депутатів. Першим із 15 проектами перед депутатами виступив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Корчовий, який запропонував для голосування проекти з комунальних та земельних питань, одним із яких було затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність. Щодо земельних питань, то депутати за них не проголосували. Найближчим часом вони будуть детально вивчатися, спочатку буде проведена інвентаризація земель, а потім ці питання будуть розглянуті на наступній сесії. З проектами щодо 6 соціальних питань перед присутніми виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. Перший заступник міського голови Олена Музичук розглянула фінансові питання, а саме про внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 24.12.2020 року про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2021 рік, про затвердження звіту про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року та інші. Останнім на сесії був виступ керуючої справами виконавчого комітету Подільської міської ради Олени Чуприної, котра виступила з проєктом про утворення старостинського округу на території Подільської міської територіальної громади. Сьогодні на сесії було розглянуто досить багато питань. Які були найскладнішими, на вашу думку? Ну, самим складним був питання, очевидно, це по виділенню земельних участків, цих 2 гектар для ведення сільгосппроизводства. Жителям нашого міста, не тільки нашого, Олександрівки, Липецького, фермерам і так далі. В очередной раз решение не прошло. Было еще одно отдельное предложение вначале провести инвентаризацию. Я думаю, что вот изучим эту тему, создадим комиссию перед следующей сессией. Надо все-таки выехать на место и внимательно изучить, что же под этим кадастровым номером. Пожалуй, это самый главный вопрос. Вызвал конфликтная ситуация с водоканалом. Снова, скажем так, вот у нас в тарифе 3,50, а уже пришло требования, скажем, от поставщика электроэнергии. Вчера еще было 4,70, а сегодня уже, по-моему, лишь 5. Вы представляете, мы не успеваем повышать тарифы. Это раз. А во-вторых, сколько же можно этих тарифов повышать? Будет когда-то предел этому всему. Это цена на электроэнергию. Мы ведем речь за электроэнергию. А в тарифы около 40% это все-таки электроэнергия. Вот, поэтому, если, я не знаю, когда-то же это все было стабильно, приняли решение, и все, и водоканал пользуется. А так мы ему выделяем для того, чтобы не повышать постоянно, и вот так скоротечно, и не менять тарифы, мы ему постоянно выделяем дотацию. Но эта дотация постоянно опаздывает по сравнению со следующим повышением цены на электроэнергию. И вот сегодня это... Червовый раз. Это непонятно, да. Вызвало вопросы в части депутатов. Ну, я вам скажу, что мы, прежде чем вынести на сессию, мы разбирались с этим вопросом. И группа депутатов разбиралась, и комиссия разбиралась. Но нет у нас другого выхода, кроме как или резко повышать тариф, или все-таки выделять какую-то дотацию. Я знаю, Киев выделил 2 миллиарда дотацию коммунальным предприятиям на то, чтобы уменьшить давление повышения тарифов. Поэтому и мы пошли по этому пути, какую-то часть выделяем. Конечно, эти деньги, что мы выделили, они не покроют весь этот недостаток денег водоканала. Но какую-то часть, чтобы снять остроту вопроса в взаимоотношениях с поставщиком электроэнергии. Их и так уже отключили от электроэнергии базу водоканала. А сейчас отключают все. Или плати, или тебя отключат. Поэтому... Конечно, водоканал – это наша головная боль, но мы уже так его внутреннюю деятельность проверили, хозяйственную деятельность, финансовую, ну что там уже выжить? Там не так много людей, не так много операций финансовых он делает, чтобы там можно было заподозрить, как аудит тут некоторые шумят. Его проверяла ревизия, короче говоря, и мы там несколько комиссий создали. Ну, выхода другого нет. Вот это постоянный рост электроэнергии его, конечно, убивает. И, естественно, наша задача, задача городского совета как-то помочь нашему коммунальному предприятию и жителям города по обеспечению его работы. Незважаючи на певні складнощі, сесія була плідною і конструктивною.